Брещанки Юлия Яконюк и Мария Кучец дружат 6 лет. Их объединяет любовь к искусству и студенческие будни. Обе девушки – шестикурсницы Брестского технического университета. Персональная выставка для молодых художниц – событие значимое. Выставить на всеобщий зрительский суд свои картины очень волнительно. Всегда радостно, когда приходит к нам молодежь со своими работами. Девушки сами пришли, показали фотографии работ. Ну, была какая-то изюминка. Главной изюминкой выставки стали женские образы. У Юлии Яконюк они яркие, дерзкие и чувственные. Играя на контрастах, художница практически балансирует на грани эклектики и реализма. Сам стиль написания работы называется «Спонтанный реализм». То есть, исходя из этого названия стиля, уже и оперировалась на саму колористику работы. Цветовое решение – это спонтанные краски, это спонтанные чувства, эмоции, которые я пыталась выразить в портрете женщины. Это мой собственный внутренний мир и цветопередача того, что я испытываю. Портрета любой женщины, которую я написывала. Вместе с тем, в каждом образе есть своя настоящая женская загадка. А всем своим картинам автор дала чувственные имена. Холст и масло стали для Юлии Яконюк лучшим способом выразить забвение, искушение, мистику, надменность и экстаз. Для меня женщины, образ женщины, он чувственный, эмоциональный. Женский взгляд, я пыталась выразить в картинах чувства в женском взгляде, то, что она испытывает, что она может показать в себе. Ну, все можно видеть на картинах. Работы Марии Кучец – полная противоположность спонтанному реализму Юлии, ее коллеги по творческой мастерской и подруги в жизни. Акварель, которая пришлась по душе начинающей художницы, сделала картины Марии мягкими, нежными и легкими. Портреты и пейзажи полны романтического флера по утраченным или только обретаемым чувствам. Первоначально это была мысль, конечно, поделиться своими чувствами внутренними, своими переживаниями со своими друзьями и близкими, которые пришли на эту выставку. Ну, первоначально идея была, конечно же, в этом. Познакомить в первую очередь своих друзей со своим творчеством, которое на какую тропу я ступила достаточно недавно. Открытие выставки прошло шумно. Первыми зрителями стали друзья и близкие, университетские наставники. Были и первые рецензии. Когда появляются молодые талантливые девочки, то и юноши, это всегда радует, потому что за ними будущее. Конечно, эти работы еще не верх изобразительного искусства, но здесь чувствуется видение мира, уже есть свое, мироощущение, уже какой-то почерк появляется. И если они действительно будут заниматься и дальше этим видом творчества, из них могут получиться интересные художники. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «БУК-ТВ».